Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы с вами продолжаем Звездные войны, Великая арена. Да, у нас сегодня какой получается второй этап и первый раунд. Да, все верно. Кайбер-боец Харлок против нас играет из гильдии Тамашино Беке. Не знаю, что это такое, но, короче, поехали смотреть. На данном этапе он меня не бил, он сидит и выжидает. Я тоже выжидал, но у меня больше... Выжидать, если честно, времени нет, поэтому надо бить. Сложность заключается в чем? Это понятно, как бы беспроблемно. Здесь та же самая история, за одним единственным исключением. У него в защите стоит Древен Пак, забирать мне его надо тоже зеркалом. И прикол в том, что у него Древен быстрее моего. Но Пыбася медленнее, чем моя, если я ничего, конечно, не путаю. Давай мы сейчас взглянем. Да, 298, у меня 301. Поэтому 100% надо идти зеркалом и рассчитывать на грубую силу. Давай для начала мы с тобой сходим пока что на жуков. Я смотрю, что альфа здесь в пятой реликвии, но, тем не менее, в любом случае надо идти. Ситхи. Триумвиратушка, естественно. Брать здесь никого больше не имеет смысла. Поехали. Будем пробовать. Да, я прекрасно понял, вспомнил и все вот это. Почему Няха ходит первый? Он разгоняется за счет отрицательных эффектов. Вот сейчас должен сходить... А, нет. Не сходит Сион первый. Хотя, если бы они продолжили бы пинать Няху, тогда да, Сион сходил бы раньше него. Но, к сожалению, нет. До свидания, бабка. Ай, молодец. Слушай, а что-то жуки какие-то слабенькие. Не, серьезно, как-то они быстро уже, у них ХП спустилось на ноль. Странно. Не, очень странно. А что у него с жуками не так? Обычно жуки поживучие будут. ...258... Стойкость 50? 50 у альфы стойкость? Серьезно? Ну, санфакту понятно. Джианазийский шпион. Поголь. Слушай, не знаю, но что-то они как-то быстро развалились. Ну и альфа какой-то беспонтовый, если честненько. Так, ладно, поехали. Самая сложная битва на сегодняшний вечер. Спешить не будем, будем ходить очень медленно и стараться делать все это обдуманно. Давай смотрим, Бастила, ты должна быть быстрее, ты быстрее определенно, а Древан, ты, естественно, медленнее. 331 против 335, но здесь есть, ага, давай расходовку. Всю боюсь. Так, я понял, ага. Теперь Пыбася, смотри, вот так только чпоньк. Есть, есть. Так, ты обламываешься. Здесь определенно сюда. Смотрим, ждем. Определенно по толпе. Ага. Провокация на Малке немножко подсирает. Так. Бляха, он только метку получил. И все, и просрал метку. Получил и просрал. Еще одна метка, на. Не убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ашка помер. Опасно, очень опасно. Бляха, ну вот массовенькой хочется ударить, но понимаешь, что на них страх лежит. Не хочу, нельзя. Так, Ашка только... Бля... Да ну что такое? До свидания. Сука, вот сейчас Ашка по-любому ультанет и все, улетел. Блять! Ну как же так? Ну как же так? Так и что мне сейчас делать?
Вот кем мне сейчас забирать Малака? Кем забирать Малака? У меня кто остались? Старики, охотники. Старики, охотники. Кем-то надо забирать Малака, но кем? Лихо, еще я Ашка там. Вот оно, зеркало Древана. Опять же, мы забрали Древана по Басю. Ашка практически трупняк, его можно будет легко добить, но Малак, бляха, Малак. У меня нету ультующих персонажей. Если только через Срева найти, но весь Среван пак спускать. Ой, как не хочется. Опять же, мне урона, скорее всего, не хватит, понимаешь? Пускать им перцев. Такое себе мероприятие. Так, ладно, подожди, подожди, подожди. Давай мы сначала... жесть, как она есть. Давай мы с Ревана для начала спустим. Имперцев-то можно. Они их заберут. Блин, обида. При таких раскладах я обычно выигрываю. Прикол в том, то, что у меня, в принципе, пак сильнее. По всем показателям. У меня и Ашка сильнее, у меня и ПБася сильнее. Там я должен был затащить, но... Сегодня, видимо, не мой день. Чтобы ты понимал, я сегодня одновременно записываю ВА. И последний этап записывал на Светлом Джеу. Сегодня все вот просто против меня. Блин, а он, наверное, не лоханется. У меня-то Древан в атаке не стоит. Ой, в защите. Да, печалюшка. Ладно, соберись, соберись, соберись. Тебе еще надо каким-то образом этого Малака забирать. Блин, я еще не знаю, что у него в задних рядах стоит, понимаешь? Что ж у него позади? Что же у него позади? Ну, вряд ли, чтобы там было что-то крепкое, потому что иначе ему будет некем атаковать. КЛС, Падмы, Сареван, это он, скорее всего, взял в атаку. Бляха, Гривус. Там Гривус будет стоять с дроидами. Так, ладно, у меня еще есть старики. Старики, старики, старики. Старики, старики, старики. Жуков туда спустить.
Поехали. Не, походу мне придется спускать все-таки имперцев. Как бы мне не хотелось этого делать, но мне придется спускать имперцев на Малака. Но у меня просто и вариантов особо не остается уже. Но теперь большой вопрос, в каком составе спускать. Бляха, пинаю стариков и при этом думаю, кем бы мне Малака забрать. Малак же такая тварь непредсказуемая. И в седьмой реликвии. Радует, что он один. Ну как сказать один? Если мы первые сходим, то он будет один. Переговорщик. Бляха от сандалика. Ну, против переговорщика я не пойду неполным отрядом. Учитывая уровень везения сегодняшних мероприятий, в сегодняшней битве, я не пойду неполным отрядом. Нет, 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 нет. Ну вот один корабль я не буду брать. Да. Весело, ничего не скажешь. Ну вот таким образом. Есть, стерва успевает Венокина шмальнуть. Это уже хороший знак. Угу. Стан. Есть, оглушение прошло. Кто? Так, это у нас клон-сержант. Клон-сержант. Давай шпиона вытягиваем. И провокацию на Асоку. Молодцом. До свидания, Асока. Толпой лупануть. А, ну кто там? Там один придет на подмогу. Бессмысленно. Угу. Есть. Стан. Не прошел сопротивление. Боск у него, кстати, слабенький. Кто? Ну, это разгон для моего флагмана, это неплохо. Снимаем говнецо с гиены. Угу. Какой тяжелый муторный сегодня день, я охерею. Серьезно? Вот так вот. Бляха, что же здесь делать? Там позади еще две пачки, понимаешь? А у меня не остается отрядов. У меня остаются клоны и имперцы. Но сейчас имперцев я спущу сюда. И что мне остается делать? Малок очень скоростной, плюс он в разгоне. Успеет ли Траун на него кинуть раскол, я не представляю. У меня единственный выход, это делать, вот, собственно говоря, раз. Два. Три. И четыре. У меня нет других вариантов. Я, по крайней мере, другие варианты не вижу. Брать еще мародера? Ну тогда у меня совсем ничего не остается, понимаешь? По скоростям у меня никто не обгоняет. Двести девяносто.
Вражеские джедаи и повстанцы. А если ведро? Здесь атаку получают. 50% шанс отнять у врага 20% шкалы хода. Здесь получают эффективность и максимальное здоровье. Бляха, не знаю, пойдем. Су боюсь и не представляю. Да, это было очень легко. Первый раз в такой ситуации оказался. Да, вот и Гривус, пожалуйста, о чем я и говорил. Гривус и Эвоки. Блядский Гривус. Но здесь Гривус на самом деле слабый. Гривус, Гривус, Гривус. Ой, не знаю, братцы-кролики. Ну почему? Почему не добил? Ну почему? Осталось же совсем сопля. Ну кому ты эту соплю оставил, педрила? И что, он сейчас вот эту метку будет сейчас через всех, что ли, перекидывать, или где? Ну и что, меня это не спасает абсолютно ни разу никак. Да, конечно. Эми-граната, еще один ход. Мы не успеем. До свидания. Ведь еще и эвоки есть. Ведь еще есть эвоки. Бляха, ну мне серьезно уже нечем бомбить, ты просто понимаешь, мне уже нечем крыть. Мне уже нечем крыть. Да что такое?
Увертывание ситхов. Но это будет давать разгон. Бляха, я уже не знаю. Это все, это уже, знаешь, это уже отчаяние просто-напросто. Если я сюда еще Таркина поставлю, ну, а мне чем эвоков-то забирать? Мне серьезно, у меня не остается пачек, мне просто-напросто не хватает пачек. Сестрами я не пойду, потому что у меня нет там сестер. Это единственный вариант идти через охотников. Но у меня охотники нищенские просто-напросто. Ты серьезно? Еще раз ты такую, блять, мне надпись покажешь, я тебя уже урою просто-напросто. И так проигрываю, еще вылетов мне тут не хватало, ага. Да нереально. Еще и дрейдека опять же. Колобок сраный прокатился. Что мне с ней делать? Ну это минус Сидиус, определенно. Да. Прекрати со мной это делать. Я ебу. Убейте ее! Убейте! Убейте! Да. Ну и все. А кого? Кого? Кем? Охотниками? Ну, у меня единственный вариант, если только через охотников пытаться решать. А джанга нету. Заебись. Надеяться, что Мандалорец как-то что-то сможет сделать. Что он сделает? Что он сделает? Что? Серьезно, что? Потом еще КЛСа подключать как вариант. За несколько заходов. Просто чтобы хотя бы закрыть. Да, конечно, Грида. Заберите самого слабого, а че бы и нет. Давайте Мандалорца еще заберем. А давайте вообще не дадим мне сходить. Вот, вот это будет прямо идеально. Вот чтобы я вообще ни разу не сходил. А почему бы и нет? Зачем? Сраные медведи. В таких условиях я контракт не выполню.
Да они сейчас моего боска просто запинают, ты понимаешь? И все, и нету боска. А я никого не убил. Ни одного. Ой, да ладно. Я хуею. Это нереально. Да не, почему? Это реально, конечно. Да, это просто сильно обидно. Кого мне еще сюда взять? Три чую. С надеждой на что? Три пиучи получает 40% максимальной здоровья, максимальной защиты. Да-да-да-да. В начале первой схватки. Союзные повстанцы получают вдвое меньшую прибавку. Союзные повстанцы. Но все говорят, что типа бери три чую, он даже в трех звездах что-то где-то. Ну давай попробуем. Но. Блин, мне кажется, я не допинаю этих эвоков. Сраное медведье. Лагрей, Уикид. Блин, я еще не знаю, кого в каком порядке тут пинать. Ну так сейчас старейшина, блин, точно старейшина же. Ну хотя бы звуки тречевые послушаем. Так, ты что делаешь? Нет, отрицательные эффекты. Стрипи учу и восстанавливают союзом. Пацаны, надо снимать все положительные эффекты со всех врагов. О, слепота, точно. Ребята, мы пока не заберем его к старейшину, кина точно не будет. Бляха. Не добил чутка. Ну что ж ты. До свидания, Ирхан. До свидания, Чубака. До свидания, КЛС. До свидания, Тричуя. До свидания, Бикс. Со всеми попрощались. Никого не пропустил. Сестры. Бляха, ну сестры, ну ничего не сделают, они без зомби, понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, фениксы. Это прикинь, в каком же я отчаянии, что приходится обращаться к фениксам. Так а что фениксы против эвоков сделают? Ну серьезно. Если только за счет большей синергии и отсутствия этого твока старейшины, так очень сомневаюсь. Они за счет ошеломления не смогут сходить. Так, а что тут у нас снимать? Снимает все отрицательные эффекты союзных фениксов. Так, и чё? Ошеломление. С кого бы снять ошеломление? Давай здесь. Так, 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 так. Сюда. Да добейте вы его, ну хоть кто-нибудь. Так, провокацию бери на... Ладно, я промолчу. Ебучие медведи. Ага. Так, провокацию не надо. Снимать бафы мы не можем. Бляха, смотри, сейчас еще и затащим. Не-не-не-не-не-не-не, ну я ж не накинул на него запасной вариант. Блин.
Да ну что такое? Что ж вы за твари такие, мишки? На, у меня еще один провокатор есть. Хорош. Отвратительно. Да. Не, ну у него досталось достаточно таки много пачек в атаку. Единственное, что по флоту. Кто у него на флоте остался? Есть ли у него злорадство? У него нет злорадства. У нас надежда есть некоторая, что он лоханется на флоте. Дальше у него... погоди, у него с реван пак. То есть он в легкую закрывает моих дроидов. У него Падме. У него КЛС. Да. Ну, вообще, будем смотреть. Не знаю, что-то он не спешит пока атаковать. В любом случае, он уже видит мои ошибки. Ошибки были. Раз. И здесь еще тоже много ошибок. Два, три. Очень много. Грязно, конечно, закрыл. Но оборонка у него неплохая, но опять же подвело только зеркало Древана, понимаешь? Вот, вот, вот это вот основная ошибка. Опять же, рубрика «Если бы». Если бы здесь я бы все закрыл с первого раза, тогда на Гривуса я бы шел с Реваном, закрывал бы... Кстати, может даже не с Реваном, я бы шел, наверное, имперцами и через Вейдера бы закрывал. Я бы не пошел туда с Реваном. Я бы с Ревана отправил бы на охоту... Сюда бы я пошел имперцами, а эвоков закрыл, не знаю кем, клонами теми же самыми, не знаю кем, остатками ситхов, не знаю, в общем, в любом случае закрыл бы гораздо чище. Но это опять же из рубрики «Если бы». Опять же, надо подучиться играть за клонов. Потому что за клонов, вот я чувствую прям, знаешь, у меня такое наитие, что я мог забрать этот отряд дроидов. Но где-то что-то не хватило. Может, неправильная расходовка, может, еще что-то. Надо подучиться подтянуться. Угу, угу. Ладно, на этом у нас все. Если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.